Здравствуйте, туристы-милитаристы! Замечательный магазин «Ламния» дарит зрителям канала «Архадыр» новогоднюю скидку. С 21 по 25 декабря включительно текущего 2018 года с кодом «Архадыр-12» скидка на весь товар с учетом того, который уже находится в какой-то распродаже, 12%. Очень замечательная возможность, потому что любой человек, который так или иначе в ножевой теме, он понимает, что такое ламния. Ламния – это одежда, ламния – это всякое разное интересное, ламния – это обувь, ламния – это туристическое снаряжение, ламния – это шикарнейшие сумки по отличным ценам, отличнейшие рюкзаки, Савотта 5.11, Тасманиан Тигр, какие угодно там, ну не какие угодно, скажем так, но действительно серьезные какие-то бренды. И безусловно, это оригинальная от производителей заточка и огромный выбор ножей по самым лучшим ценам. Реально. Американцы оригинальные, весь китайский оригинальный хай-тек. Ну там может быть не весь, но действительно большой выбор. Самый большой выбор скандинавов по самым лучшим ценам, итальянцы по самым лучшим ценам. И я понимаю, что с одной стороны, если вы хотите приобрести какой-то себе там в подарок небольшой нож, ну там недорогой именно, то можно просто сходить в какой-то магазин, купить и не заморачиваться там с пересылами и так далее, и так далее. Но если у вас в хотелках там, например, Экстрема Рацио или Лайон Стил, или Бастинелли, или тот же самый Фокс, если у вас в хотелках Барк Ривер или Аламик Катлери, там Cold Steel, про Cold Steel я уже говорил, да. В общем, можно продолжать. Ахти, Розелли, Мартини и так далее, по списку, то имеет смысл хотя бы приглядеться. Почему я считаю эту возможность просто шикарной? Потому что как раз-таки в это время, с 21 декабря по 25 декабря, в Европе Аламик, как вы знаете, магазин финский, в самом разгаре бушует Christmas Sale, рождественские распродажи. И для кого-то, возможно, это будет ну совсем удачным совпадением. Поэтому, ребят, 21 по 25 декабря, код Архадыр-12, я искренне рекомендую эту возможность не проедать. С наступающими праздниками, дорогие друзья. Увидимся.